Всем привет, вот и новый ролик, в этом ролике я расскажу кто такой Джефф Убийца, но перед началом ролика попрошу подписаться на мой канал, полное имя. Джеффри Ходек, в версии 2008, Джеффри Вудс, в версии 2011. Псевдонимы, титулы, Убийца Джефф, Джефф Ду. Происхождение, Крипипаста. Национальность, Итальянец, в версии 2008 года, Американец, в версии 2011 года. Пол, Мужской. Возраст. 23 года, версия 2008, 13 лет, версия 2011. Раса вид. Человек. Род занятий. Серийный убийца. Силы, способности. Навыки убийств, превосходная скрытность. Цели. Убивать. Преступление. Убийство. Тип злодея. Убийца Джефф Англ, Джефф Зе Киллер. Герой одноименной истории в жанре крипипаста. Существует несколько версий его происхождения, однако правдивым считается лишь история 2008 года. Версия 2011. В этой версии Джефф, подросток. Вместе с семьей он переехал в другой город, где к нему начали приставать местные хулиганы. Во время очередной потасовки на вечеринке Джефф убил их главаря, но и сам получил серьезные травмы, после чего мальчику в лицо брызнули отбеливателем, а затем подожгли. После выписки из больницы, увидев свое лицо, которое стало полностью белым, Джефф начал вести себя неадекватно. Ночью он разрезал щеки в улыбке Глазга и прижег свои веки, после чего убил родителей и брата. Внешность. История внешности Джеффа очень интересна. Для показа образа была использована отредактированная фотография девушки Кейт, которая покончила с собой из-за насмешек в интернете. Лицо Джеффа полностью белое, губы стали алыми вокруг глаз маньяка, черные круги, а рот был изуродован постоянной широкой улыбкой. У Джеффа черные волосы и серые глаза. Из одежды он носит серую толстовку и черные джинсы. В качестве основного оружия использует обычный нож. Точные подробности того, как Джефф расправляется с жертвой, отсутствуют, однако, прежде чем вонзить нож в ее тело, он зловеще говорит, это забавно. В версии 2008, или иди спать